На дне рождения того, кто рассказал нам про возможность путешествовать, не выйдя за порог, мы встретимся однажды. Хотя юницы и юнцы с фосфорисцирующим взором, что читали его некогда взахлёб, немного изменились. Одни, поддавшись, как багдадский мореход, стремлению выскользнуть за самый недоступный горизонт, ушли и не вернулись. Другим по чину подобают лишь вояжи при посредстве турагентств, чьих каталогах этих стран вообще не существует. Пусть устыдятся не поверившие в миф про вавилонское смешение языков, оно у нас взаправду происходит. Всеобщей речи больше нет, если с неба переводчик упадет и разъяснит мне твой вопрос, ответить будет нечем. Лишь ностальгический запас воспоминаний о событиях в реальности, не бывших никогда, но якобы совместных, нас заставляет проливать, кого лафит, кого, кого слюну, кого слезу, услышав звук имен почти забытых. Когда мы все же лет спустя на дне рождения того, согласовав координаты кутежа, внезапно соберемся. Мы распознаем кое-кто из кто по заготовленным табличкам на одежде с именами, что себе когда-то сочинили. Друг друга спросим о делах, полпесни хором проорем и располземся, не заметив тень в углу. А что она там шепчет? То Вавилон, то Авалон, то Масцальват, то Монтрезор, то Арканар, то Эгладор, то Эльсинор. Да, собственно, неважно. Ну и хватит мрачняка. Хватит.